Начнем с главной темы. Владимир Ружицкий проверил выполнение завершенного ремонта еще в одном подъезде. На этот раз он побывал на улице Колхозной. Напомним, в этом году по губернаторской программе должно быть отремонтировано порядка 1400 входных групп. Губернаторская программа «Мой подъезд» масштабно охватила весь городской округ. И в этом году также планово производится ремонт входных групп, выбранных представителями власти и жителями. На Колхозную 20 приехал глава округа, чтобы лично проверить выполненные работы. Ситуация же меняется даже не ежедневно, а ежечасно. Вот у нас 1329 подъездов в ремонте. На сегодняшний день, вот на эту минуту, как мне докладывают. Но это работа сейчас в таком развернутом виде, потому что лето. Хотя подъезды можно зимой ремонтировать, никто не запретил, все-таки в подъездах тепло. Но лучше, когда эта работа делается именно в летний, теплый период. Не только побелка стен и окраска потолков, но и много другой работы проводят при ремонте подъездов. Например, здесь сменили почтовые ящики, заменили светильники, поменяли 100% плитку на первом этаже, а также отремонтировали входные группы. Большое внимание при ремонте уделяют также и художественному оформлению. В прошлом году стены подъездов оформили порядка в 30 домах. В этом планируется не меньше. Вы же видели, что вот мы здесь сделали художественное оформление на первом этаже и на площадке перед входом в лифт, когда заходим. Это жители сами выбирали вот эти свои художественные оформления, а мы, естественно, художника. Так завершить ремонт 1329 подъездов планируется до ноября этого года. Мария Антонова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.